Ukrayna silahlı qüvvələri işğalçı Rusiya ordusunun işğal etdiyi ərazilərdə təmizləmə işləri apararkən evlərdən birindən işğalçılardan birini sağ olaraq əsir alırlar. Əməliyyatın anbaan görüntülərini sizə təqdim edirik. Кто в доме? Кто в доме, блядь? Все, одному пизда, один двухсотый. Сердечный. Дима. Дима, фамилия, имя, отчество, Дима. Абросимов Николаевич. Еще раз. Абросимов Дмитрий Николаевич. Да, Дмитрий Николаевич, число месяц год рождения? 17 апреля 97 года. Понял. Че сюда приехал? Меня нас привезли вчера сюда. Откуда привезли? С той стороны. Ты из ДНР приехал или откуда? Или с ЛНР, или с России? Откуда ты приехал? С ДНР. Ты из ДНР? Нас привезли сюда, мы наши живут. Ты боец ДНР, я так понимаю, правильно? Проходишь там службу? Нет. А что ты там делаешь? В общем, я собрался на работу, и мне приехали, забрали сюда, сказали, воевать иди. Ну, против кого воевать? Сказали просто воевать против Украины и все. А нахуя ты пошел? Они сказали, если не пойду, посадят в тюрьму. Я испугался. Сильно? Да. Ну теперь будет охуительно. Ты дома, мы тебя рады приветствовать, блядь, в Сумской области, друг ты наш сердечный, блядь. Ну уже не переживайте, они завалили. Видишь, вашему седьмому не так повезло, блядь. Так что давай башню вниз.